Так, Сатурн. Посмотри, в окуляр, посмотри, гораздо лучше будет. Так, Юпитер, ой, господи, Юпитер, Сатурн, 4.42 по Киеву, 4.43 по Киеву, Харьков, 29 апреля 2021 год. До Сатурна сейчас 1 494 000 километров. Это вращение Земли в нижнем квадрате ползет, сказывается, то что Земля вокруг своей оси вращается, соответственно, видно, что он только на рассвете, поэтому с левого нижнего угла он поднимается вверх, и эти колечки, как сомбреро у мексиканца, задравшего голову вверх. Ты ж мой золотой. Ой, как хорошо видно. Значит, ISO сейчас настройки для тех, кто снимает фотоаппаратом без телескопа Nikon Coolpix P1000. 125 крат оптического увеличения. А ну сейчас я попробую светочувствительность чуть уменьшить. И 4 цифрового уменьшил. Вообще хорошо. Все пропало. Может, чуть-чуть почетче, но и менее ярко. С такой скоростью двигается, да? Ну, мы-то так не видим, не замечаем этого углового движения. Но когда мы приближаемся, очень быстро. То есть его поймать на экране очень сложно. Это не они движутся, ну, то есть они сами по себе тоже движутся. Сейчас на Луну навестись, она тоже движется по кадру. Очень быстро смещается. Просто за счет... за счет вращения Земли вокруг своей оси. То, что нам день и ночь меняет, вот это звезды на небосводе у нас и планеты. Луна чуть быстрее, чем звезды. Луна каждый вчера я снимал, Луна в этот момент уже садилась за горизонт. Она каждый день на 13 градусов. Завтра это время она будет где-то оттуда. Чуть-чуть левее, если на нее смотреть. Так, ладно, поехали к Юпитеру. Сатурн уже визуально на небе практически наблюдается, бледненькая точечка. Ну и на том спасибо. Ну а Юпитер, конечно, я недавно совсем, правда, из-за окружной, но снял. Уже даже после вставшего солнца. То есть в момент, когда вставало солнце, я навелся на Юпитера, его вполне себе было видно без спутников, но... А сейчас увидимся со спутниками. Вот и Юпитер 800. Нет, не 800, 790 с мелочью километров. Миллионов километров до Юпитера. И вот три спутника. Два справа, самый крайний правый. Это Европа. Сегодня Европа не пасет задних, а вырвалась вперед. Потом идет Ио. И слева от Юпитера самый крупный спутник. Ганимед. Пошли, наверное, к Луне. Она уже у нас за столбы прячется. Надо перемещаться.
Так, тут светочувствительность подвала надо понижать. Выдержку уменьшаю. Гораздо колоритнее будет смотреться. Вот у нас уже видна линия терминатора. Сейчас. Так как половина уже прошло, теперь у нас это не утренний терминатор, а вечерний терминатор. Очень веселые астрономические названия. Ну, веселые они, конечно, благодаря небезызвестным голливудским фильмам. Так, сейчас еще уменьшу выдержку, потому что не видать кратеров, не видать. Вот у нас кратер Тихо. Тихая Брага. Ну что, попытаюсь я, наверное, еще разок навестись на Сатурн. Может, при таком освещении еще получится его засечь. Так, это второй дубль. В первом сняли МКС. Рядышком с ломой пролетающим. Ну, не фонтан, но зафиксировали факт пролета, будем говорить так. Ух ты, красава! Какая ж ты красавица! Прекрасно, прекрасно. Чистое практически небо. Так, 4.50 по Киеву в Харькове. 29 апреля 2021 год. Снимаем следующий.